Нахожусь в ЖК Банава, застройщик тоже Банава. Здесь был короб. Квартира сдается с отделкой, уже мебель можно заносить. Сэкономили на трубах водоснабжения, перешли с Упанора, стояки упаноровские, отводы упаноровские, на полипропилен российского происхождения, некачественный. Конечно, они сэкономили на целом доме как больше денег. Вот первое соединение после Кана было спрятано в теплоизоляции. Все такие соединения. Вот то на холодное было, то на горячее. Первое соединение после Кана. Заужение внутри. То есть это может быть такие последствия быть. И не все же меняют водоснабжение. Вот меняю водоснабжение. Все, каждое это соединение везде такое. Куда не коснись. Везде. А квартиры не дешевые. 10 миллионов однушка. Для пригородки.